Всем здравствуйте, дорогие друзья. Мой подписчик... Мой подписчик и дуэль с ним. Ля крыса. Чека не убьет. А, ну пофиг. В смысле, аим? А. Кстати, чек-то другой скинчик. Стоит 200 голды. У меня коллаж. Он стоит столько же, сколько и коллаж. Плюс на нем еще наклейка. Ну как, лучик? Нормально. Вот сейчас смотри, какой дорогой скинчик есть. Самое главное, что пистолетка за нами. Как-то он странно. Он вроде не засейвил. А, ну чекай. Сейчас я его пойду крысь, смотри. Погодь, сейчас я его закрышу сейчас. Он просто не успеет офигеть. Как? Он меня как будто всегда видит. А знаешь почему? А знаешь, почему он был хотел на больше количество голды? Мне кажется, может, у него софтик, поэтому он такой типа был. Ну, ребят, я думаю, что у меня подписчик не софт, просто. Думаю, блин, голду сыграть. Я сказал, что могу на 3 голды. Он сказал, что мало. Го на 50. А я ему сказал, что как бы. Чел. У меня вся голда в скинах. Он такой, типа, а, ну ладно, го просто. Да как? Он всегда как будто чувствует, я тебе говорю. Он меня всегда, он всегда знает, где я. Смотри, скины топчик. А, он еще заценил, он мой коллаж засейвил. Вот капец. Сейчас хае ждем аппарты. Опа. Оббегаем его тут. Быстрее, быстрее. Калаш, 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 калаш. Успел. Грен еще нужно докупить. Смотри, сейчас я его, короче, заберу. Он просто офигеет. Смотри, какая схема. Мы берем. Прокидываем вот сюда вот смачок. Оббегаем его. И просто снизу чекай. Он думает, что я разместил там смог. Теперь обо мне есть инфа. Как думаешь, сейвите авапу или нет? Сейвить? Нет. Ё-моё. А го сейчас реально с авапой сыграю. Ну я фигово играю. Ребят, первая катка в союзниках с авапой. Я вот тебе говорю. А, он в апах. Забрал челька. Я думаю, что я с авапой просто ноль без палочки.
Оказывается, не такой ноль без савапа, вернее. Чек, вот видишь, русская игра у меня. Кстати, чек, вот этот юсп я купил вчера. Я вот трейдился, вот натрейдил себе вот на такой юсп. С двумя наклеечками. Блин, микро прям мешает, капец. Вот так вот сделала. Я такой гений. Смотри, как думаешь, мне тигра есть его или нет? Нет, ну ладно, сейчас по-нормальному. Я его все равно закрышу, но другим способом. Капец, ты дал себе инфу лютую. Я хотела зайти в апы с этой стороны. А открыть для меня это в мид обойти. Хочешь с мид обойду? Или как? Или по-нормальному сыграть? Ну ладно. Смотрю, сейчас фишку покажу такую. Когда взлетаешь в ап. Блин, сейчас не получилось. Нужно, в общем, стрелять. Когда взлетаешь в апы. Вот стреляй просто под себя, вот так прыгай и стреляй. Чтобы он думал, что ты типа его префаешь. Как думаешь, брать сейчас савапу или нет? Бери. Так, разница сейчас большая, поэтому я дома сыграю. Ой, капец, я боюсь. Спалился. Вай! Я сова пока сумею. Ой, у меня сейчас FPS просто так проседал. У меня комп, наверное, просто не выдержал того, что я начал играть совапой. Я вот тебе говорю, я сам в офиге, что я умею играть с этим очень мощным девайсом. Ты чека? Чел, ты видела эту игру с савапой просто? Капец. Я умею играть с савапой. Можешь мне с ним пойти в союз, и ты опять будешь наблюдать.